Полицейские представители департамента образования и отдела по делам несовершеннолетних встретились с новоренгойскими школьниками и студентами. Семинар для волонтерских организаций состоялся в кадетской школе имени Героя России Владимира Шарпатова. Главной темой диалога стали правонарушения и преступления, которые совершают подростки. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 ноября уменьшит нормы провоза ручной клади и багажа по различным тарифам. В зимний сезон увеличивается объем верхней одежды, размещаемой на багажных полках. Это доставляет пассажирам дискомфорт. Привилегии для участников бонусной программы «Крылья» сохранятся в прежнем объеме. Мы славяне, мы едины. Сегодня в Новом Уренгое стартует 8-й открытый окружной фестиваль славянской культуры. В нем примут участие 270 человек, 16 солистов и 25 вокальных коллективов. Они представят на суд зрителей и жюри по два разнохарактерных произведения, одно из которых должно быть обязательно исполнено акапелла.